Для начала, друзья, вы можете включить субтитры на вашем языке. Вот, включайте субтитры, здесь нажимаете настройки, выбирайте вот китайский, английский, выбирайте субтитры на вашем языке и смотрите там субтитры. Например, ну вот, Georgian, да? Всем привет, друзья! Есть замечательная, самая лучшая версия X-Sentry для грузовиков. Это 2023 версия 0.9. Это и лучшая версия для грузовиков, и самая последняя версия для грузовиков. И также это последняя версия X-Sentry, где официально программа поддерживает C4. После него уже мы добавляем фикс, чтобы поддерживал C4. Но с этой версией было много проблем. Там нужно каждый раз ввести логин и пароль, чтобы входить в офлайн аккаунт. Также у многих была проблема, что ошибка и не входит в офлайн аккаунт. Мы обновили фикс, 7-я версия. То есть программа старая версия 2023.9, но исправление фикс. Полностью обновленная версия работать будет как версия 2025. Все ошибки исправлены, будет работать идеально. И у кого есть грузовики, и он хочет получить и грузовики, и автомобили, то лучшая версия это 2023.9, но уже обновленная версия. Ссылки и на этот сканер, и на этот сканер оставлю в описании под видео. Также давайте покажу запуск, сравнение с запуском версии 2025.3. Нажимаю. Регистрация, окей. Все. Чтобы вы поняли, что эта версия работает даже быстрее, чем 25.3. А сейчас запускаем X-Sentry 2025.3. Нажимаю. Стоп, 17 секунд. Все, подключил VCX Plus. Запускаем X-Sentry. Нажал. Посмотрим. Стоп. 35 секунд. Сейчас короткий тест. Нажимаю. Стоп, 35 секунд. Сейчас давайте подключимся через Wi-Fi, также VCX Plus. Вот, подключен через Wi-Fi, доступно. Запускаем X-Sentry уже 25-ю версию 0.3. Вот, версия 25.3. Давайте здесь попробуем то же самое.
Нажимаю. Тот же сканер VCX+. Уже 43 секунды. 47. Стоп. 48 секунд. И также попробуем короткий тест. Нажимаю. Уже 30 секунд. Сорок секунд. Стоп. Минута и 3 секунды. Но это я на телефон считаю. И как видите, тем же сканером версия 2023 года работает быстрее, чем версия 2025 года. Но версия 2023 года с грузовиками и весит 100 гигабайт, а версия 2025 года весит почти 65 гигабайт и без грузовиков. Если вам нужна какая-то программа, например, X-Sentry для VXDIAC, Monaco, VDIAMO, SDFlash, любая другая программа, если вам нужна, напишите мне на e-mail, либо можете написать в комментариях. Вот, Windows 11 домашняя, 64 бит. Также заходим в панель управления, учетные записи пользователя, изменить параметры, ползунок сами вниз, ОК, да. Программа X-Sentry 2023.9 весит 23 гигабайта, занято 83 гигабайта. Посмотрим в конце, как будет. Скачивайте папку, которую вы получили от меня. Открывайте. Открывайте эту папку. Правый клик. Запуск от имени администратора. Выбирайте программу мультиязычная. Окей. Устанавливайте эти программы. Установить. Далее принимаю, далее устанавливаем на диск C, далее установить. Нажимаем «Закончить» и перезагружаем компьютер. После перезагрузки откроется это окно. Если у вас SD Connect, C4, C5, нажимайте SD Connect.
данный момент нам не нужно. Закрываем. Если вы хотите установить аддоны, то прямо сейчас можете установить аддоны. Открывайте программы Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Addon Center. Вот это нажимаете. Обновить. В данный момент без установки аддонов уже установлено 86 гигабайт. Все, начинается скачивание и установка аддонов. Так, друзья, прошло почти 2 часа, я больше не буду ждать. Так что посмотрим в данный момент. В данный момент уже на диске C занято 96 гигабайт. И 8 гигабайт аддонов уже установились. После того, как установили аддоны, открывайте папку. Открываем папку FullFix. Копируем пароль отсюда. Запускаем программу. Подробно выполнить в любом случае. Выбираем английский, окей. Вставляем пароль. Далее. Здесь выбираем офлайн аккаунт. Если вы не хотите установить аддоны, то ставите галочку Disable Addon Update. И аддоны вообще отключатся. Здесь ставим DAS. И здесь HHTWIN. HHTWIN это работает только с C4, если нужно диагностировать старые автомобили. Далее установить. Закончить. Здесь, значит, нам не нужен это PDF-центр. Конфигасис не нужно, SuperTool не нужно. Вот это не нужно. Так, давайте по порядку. Сначала запускаем X-центры. Кстати, вот видите Amazon Grow TV Offline аккаунт. Вот все автомобили есть. Также ван. Вот. И все есть. Сейчас давайте дальше. И в центре диагностики симулятор. Также нажимаем логин. Окей. Это симулятор. Закрываем. Вот это уже грузовики. Также логин. Окей. Окей. Вот грузовики Actros. Вот также грузовики. Все есть, все работает. Это не нужно. А это симулятор для грузовиков.
Симулятор для грузовиков. Та стандалоне. Эти старые модели работают через DAS. И DAS симулятор. Если у вас VCXC, подключайте этот к USB порту. Если у вас VCX VXDIAC Plus, подключайте этот. Ну, в данный момент, сегодня я хочу протестировать именно VXDIAC Plus, VCX Plus. Подключаем USB порту. VCX, открываем Wi-Fi и подключаемся вот этот DOIP VCI. Это наш VXDIAC Plus. Вот. VCI доступно сразу, моментально. Через Wi-Fi очень быстро подключается. Вот VCX. Выбираем E-класс 213 и нажимаем сюда. Так, далее. Давайте подключиться к двигателю. Как раз у меня есть ошибка в двигателе. Очень быстро подключается. Если вам нужна какая-то программа, например, X-Centry для VXDIAC, Monaco, VDiamo, SDFlash, любая другая программа, если вам нужна, напишите мне на e-mail, либо можете написать в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо и удачи на дорогах!